Приветик! Сейчас такое быстренькое видео. Я хочу вам показать мои покупки Sigma и Sigma AliExpress. И это популярная кисть E25 Вони. Это оригинал с золотом и серебром подделка. Как вы видите, два разные размеры и два разные кисточки. Но как сделана кисть, хорошо здесь получена бита, чем подделка от Zure. Здесь даже написано Made in China. Здесь тоже написано. О. Sigma Blending E25 Sigma. Похожий материал. Это чуть-чуть потяжелее. Но это более чуть-чуть похоже, только здесь приснуто. Видите, это 35 блендинг, теперь блендинг. По размеру более похоже. О, это из козы. А это из синтетики. Очень мягкая синтетика, но я предпочитаю ворс козы для такой кисти. Ну что делать? Буду, но я и в другой раз подумаю, эти кисти Sigma дорогие. Я купила уже давно, и вот потом уже поняла, что хорошо, что нехорошо. Вот такие подделки, оригинал. Здесь Made in PRC, здесь Made in China. Ну так и так. Другим нет такой на написание. Здесь все хорошо сделано. Здесь не очень, не так, как Мак или Зоева оригинальный. Сделаны по-другому Сигме. Но ворс отличается очень. И толстота. Вот так. Ну, чуть-чуть длиннее. О, подделка. Ну, вот такое коротенькое видео. Будьте умные. Эти не такие дешевые, эти кисти. Когда в Sigma есть специальные акции, там можно за 6-7 долларов что-то покупать. Я где-то 2 или 3 доллара заплатила за одну подделку. Мне было просто интересно. Это было давно. Ну, наверное, где-то 2 доллара. Окей, пока. Ставьте лайки. Пока-пока.